Ах, этот сериал «Как-то красоты до бьюти». О, сейчас чистой губочкой. Губочки купила в магазинчике «Семишагов» вчера. Сейчас помою мой этот бокальчик. Чтобы он был чистый. Чашечку. Понимаешь?
всю водичку. Вот чистую водичку, эту я вылью. Машинку. Стиральную машинку я выключу. Волшебная лампа. Ах, это сказка, терапия. Ах, это волшебная лампа, Латина. Сейчас я вам покажу. Номера купюр я вам уже писала, но не всех. То, что я получила на сдачу. Сейчас покажу вам мои наличные денежки. Знаете, номера купюр я вам писала. Это 105, 17, 15, 1000 рублей. Вот. 100 рублей. 86, 19, 252. 50 рублей. Номер купюры 03-98-886. Еще 50 рублей. Номер купюры 48-63-326. Также 50 рублей купюра. Номер купюры 38-29-571. 100 рублей купюра. Номер купюры 199-83-60.
И еще одна купюра 100 рублей. 52 34 041. Итого получается у нас, получается у меня 1450 рублей. И еще мелочь, вот такие вот дела. Я вчера хотела сходить несколько раз в магазинчик Семи Шагов, ну, купить необходимые, ну, на эти денежки необходимые для меня продукты и другие товары по бюджету, чтобы был у меня запас продуктов, ну, как я делала в прошлом месяце. Вот. Ну, вчера сходила всего один раз, я подумала, ну, что там. Тогда, думаю, там ходила я, так скажем, ох, немножко, смотрите, сумочка как-то вот так вот она, ну да, боковые швы немножко нужно как-то собрать, такая индийская сумочка, эти боковые швы так немножко вот так вот, эти боковые швы, сейчас посмотрю, да, как-то есть так интересно эти боковые швы. В прошлом месяце там в один день сначала я сходила там один раз, а на следующий день аж 5 раз сходила, потому что, ну, и в этот раз мне нужно там 4 сетки картофеля там по 2,5 килограмма, и килограмм моркови, и килограмм лука, и килограмм свеклы. Представляете, 2 кило муки. Что у меня еще по списочку здесь? Смотрите, я тут написала, это, кстати, мой почерк. Что еще мне надо? А еще 2 подсолнечных масла мне нужно купить. Кстати, такое вот новое какое-то масло, масленица. А что? Я уже его открыла, я уже его пробовала. Хорошее масло. И цена хорошая. Еще 2 упаковки мне это такого масла надо. Еще макарон. Упаковок 8. Так что вот. Ну, картофель, свекла сказала. Муку сказала. Средство для мытья посуды. Капусту мне нужно еще качана 2. Сахарный песок, чеснок. Так что вот. И все это такое очень достаточно, ну, вы понимаете, да, 1 картофеля. Это получается в каждой сетке 2,5 килограмма. Ну, примерно, я так примерно прикидывала. Это 2 сетки, 5 килограмм. Это 10 килограмм картофеля. Это получается 10 килограмм картофеля. Вот, прибавить килограмм моркови, килограмм свеклы, килограмм лука, это уже 13 килограмм. Вот, 3 подсолнечных масла, ну, примерно там по килограмму, что-то у нас получилось 13, это получается 16 килограмм, 2 килограмма муки, это получается 18 килограмм, 18, 2 качана капусты, это 5 килограмм, если не больше, 18, это 23 уже килограмма, сахарный песок 26 килограмм, вот, ну, вы понимаете, это уже 26 килограмм, и вот, еще макароны, еще 8 пачек макарон, ну, прикиньте, это сколько раз нужно сходить в магазин, чтобы все это принести. Очень хорошо иметь, конечно, машину. Поехал в оптовый магазин, где, знаете, вот эти вот большие вот эти вот, как-то по таким вот этим хорошим ценам. Загрузил машину в багажничек, привез, разгрузил. В общем, как-то вот это. А я как бы сама хожу. А, еще средства для мытья посуды, мне нужно несколько штук. То есть здесь и набегает. Смотрите, сколько килограмм. Такие вот дела, ну, чтобы продукты у меня были, потому что я так это прикинула, знаете, 2 пачки масла этого подсолнечного, 2 пачки на месяц, ну, знаете, чтобы не думать там, знаете, чтобы было, еще туалетную бумагу, ну, что еще такое по мелочи. Еще нужно купить красные фасоли,
кстати, я вчера взяла тоже красную фасоль по 99. Но там этикеточка, без этикетки она оказалась. И на кассе мне кассирша сказала, что вы или другую возьмите упаковку, или потому что это без этикетки. Ну, я говорю, хорошо, я в следующий раз возьму красную фасоль. Вот. Так дело и было на кассе. Сейчас я буду готовить себе такой поздний завтрак, как в Париже. Варить соевое мясо с макарошками, которое купила вчера в магазинчике «Семь шагов». Буду кушать его такую, сделаю подливочку. А, еще нужно чесночка, чесночок, немножко уксуса виноградного, немножко маслица подсолнечного. Вот. А, еще хрен я купила. Да, немножко хрена. Вот такие вот дела. Кафе красоты The Beauty. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудина, я. 15 часов 15 минут, вторник, 23 марта 2021 год. 48 лет, рост 1,75 м, брендирую себя, делаю из моего имени мировой бренд. Мой сериал «Кафе красоты The Beauty», дубль первый, ну посмотрим, с первого дубля, наверное, как-то это получится. Сейчас я сумочку, ну как шлёпчик такой отнесу. Ах, такая эротическая, такая супер эротическая звезда. Чайничек уже с холодной водичкой скипел. Сейчас помою кастрюльку. Поставлю, налью в нее холодную воду, поставлю на мою плиточку. Помою немножко посуды, тарелочку, вилочку, ножичек, чтобы все чистенько было. Потом сполосну еще таки кипяточком. Это, конечно, занимаюсь. Конечно, здесь нужно опять полы мыть, конечно. А, стирается у меня. Стирает, но сейчас выключу. Настираю мои полотенца, мои стиральные машинки. Вот такие хозяйственные вопросы. Хозяйственные вопросы. Немножко хозяйственные вопросы. Ах, такая эротическая. Водичка, сейчас. Ласкаю рот, а потом уже пью натощак холодную водичку. Сейчас еще я вымою ручки, после денежек я вымою ручки. Помою. Полотенчики стираются. А, нужно, я подумала, что нужно еще этим кипяточком сполоснуть. Чтобы это горяченькой водичкой. Чтобы он вообще такой чистый-чистый был. И уже налью из этой бутылочки кипяченую водичку. Ах, такие горные, с горных этих источников. Ах, эти горные источники. Ах, из этих горных источников.
должна перед зеркалом, как советуют эти аффирмации. Ох, доброе утро. Доброе утро, любовь моя. У нас начинается с тобой шикарный, великолепный день, сказочный, самый лучший. У нас все дни сказочные, самые лучшие. Ну да, рекламирую. Жизнь в стиле кайф, без каких-либо допингов и плохого настроения. Ну да, как Светлана Ермакова, она живет 30 лет без плохого настроения. Ну, плохое настроение – это плохие мысли. Так что мысли должны быть хорошие, нужно заниматься позитивным мышлением. Ох, ты красотка такая, просто звезда, агент 007. Я есть божественное создание, бессмертное, радостное, свободное и богатое. Я чудо вселенной, я достояние мира, я дар Божий. Я привлекаю богатство, я утверждаю счастье, я умножаю. Ох, заряжаем эту водичку энергией любви, здоровья, счастья. Ох, я такая, мой организм омолаживается, оздоравливается. С каждой минуты я чувствую себя лучше и лучше. Глоточками выпиваю эту водичку. Ну, теперь давайте к посудке. Ох, это посудка. Ох, или вы хотите, чтобы я там этот занавес еще открыла, еще в комнате занавес? Ну да, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфуддин, это я. Это мой лайф-джорнал. Ах, ну да, она такая уверенная, такая сильная, уверенная. А смотрите два моих канала Ютуба. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин на русском, на английском языке. Больше 5000 видео. На каждом видео я. Как вы понимаете, я заснимаю эти видео для Приморского суда Санкт-Петербурга в защиту моей чести и моего достоинства.
читайте мое брендирование. Так что... Вон, обратите внимание, эти рабочие пошли. Эти рабочие, которые работают на строительстве, что там они там строят, дороги или что там? Дорогу опять, это асфальт перекладывают. Точно я не могу сказать, там вот наставлены машины. Вон они пошли туда, на территорию, на задний двор магазина. Ремонтные работы. Вот такие вот дела. Ну, еще на балкончике. Сейчас еще на балкончике. Здесь, наверное, уже закрывать. Нужно уже так это хорошо проветрилось. А, здесь немножко помыло. То есть я здесь немножко помыла, чтобы меня это не... Ну так нужно, конечно, здесь еще подмести это, чтобы пыль не летела, чтобы пыль с балкона, просто зима, с зимы, ах, такое-то солнце, чтобы не летело, то что открыто, чтобы никакой пыли. После, конечно, зимы здесь нужны эти сигареты, вообще все это, конечно, мыть надо. Нужно такую генеральную уборку здесь сделать после зимы, ну так, чтобы пыль не летела, ни пыль, ни грязь. Нужно, конечно, застеклять. Нужно, конечно, балкончик застеклять. А так это 28 минут позитива со мной. Статья Салманы Мактум Сайфудин.